студии Олеся Серегина. Здравствуйте. Десятки тысяч против Трампа. По всем Соединенным Штатам проходят многолюдные демонстрации. Граждане вышли на улицы поддержать импичмент президента. Митинги в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Лас-Вегасе, Филадельфии, Нью-Йорке, Бостоне, Атланте и многих других городах. Активисты пришли поддержать голосование, которое пройдет сегодня в Палате представителей Конгресса. В рамках процедуры импичмента обсудят две статьи обвинения против Трампа. По мнению демократов, глава Белого дома злоупотреблял властью и препятствовал расследованию.